Здравствуйте, друзья! С вами снова Дарика. Сегодня мы с вами будем готовить творожное печенье. А для этого нам понадобится творог, мука, разрыхлитель теста, сливочное масло, яйцо и сахарный песок. Первое, что нам нужно сделать, это смешать творог со сливочным маслом. Обращаю ваше внимание на то, что масло должно быть мягким, примерно комнатной температуры, для того, чтобы легче его было и проще смешать с творогом до однородной массы. После того, как мы смешали творог с маслом, добавляем сюда яйцо и снова все хорошо перемешиваем. Сделать, это добавить примерно 200 грамм муки, 1,5 ложки разрыхлителя и снова все это хорошо перемешать. Все хорошо перемешали, добавляем еще столько же муки и опять все тщательно будем перемешивать. Мы вымешали тесто. Теперь нам нужно скатать его в шар. После этого нам нужно накрыть его полотенцем и дать ему настояться 20-30 минут. Наш колобочек настаивается. Можно поставить в духовку, разогреваться на 180 градусов. 30 минут прошло, наше тесто настоялось, теперь нам нужно его раскатать. Чтобы это было удобнее сделать, можно разделить его на две части. Но для того, чтобы тесто наше не прилипало к столу и к скалке, можно их немного обсыпать мукой. Раскатали. Теперь нам нужно сделать заготовки для нашего печенья при помощи стаканчика. Обращаю ваше внимание на то, что размер печенья будет полностью зависеть от толщины вашего раскатанного теста. Делаем вот такие кружочки стаканчиком. Кружков мы будем делать наши печеньки, а из оставшегося теста мы скатаем шар, чтобы вновь сделать формочки для нашего печенья. И эту процедуру мы будем повторять до тех пор, пока наше тесто не закончится. Теперь начнем лепить наше печенье. Для этого берем кружочек, обмакиваем его с одной стороны в сахар. Сгибаем так, чтобы сахар оказался внутри. Обмакиваем снова с одной стороны сахар. Опять сгибаем так, чтобы сахар оказался внутри. И обмакиваем его с одной стороны. Вот такая печенька у нас должна получиться. Теперь нам нужно ее выложить на противень. Противень у нас может быть застелен бумагой для выпечки, либо фольгой, либо немножко намазан подсолнечным маслом. Я устелила его фольгой. Пока мы делали печеньки, духовка разогрелась. Теперь помещаем в нее противень на 25 минут. Приготовили. Пробуйте готовить их сами, они очень простые в приготовлении. Еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем спасибо, всем пока!